Здравствуйте, господа. Сегодня у нас экстренный выпуск барометра. Я Александр Флинт. Я должен вам рассказать что-то, что случилось вот буквально сегодня, вчера. И ждать до следующего вторника очередного нашего выпуска мы просто не можем. Поэтому несколько событий. Значит, прежде всего, президент Трамп объявил о своем желании выйти из Сирии. Это желание ни с кем не согласовано, никакие эксперты не подключены, он просто вот так решил и просто решил выйти. Не знаю, чем это обусловлено, кто ему нашептал это на ушко, но так или иначе он собирается делать. Это действие практически преступное, не просто дилетантское, а преступное, потому что мы таким образом ставим под удар целый набор наших союзников, рушим наше собственное слово И самое главное, даем победу нашему главному геостратегическому врагу Владимиру Путину. То есть он, вне сомнения, выходит главным победителем в Сирии. Я понимаю, что многие очень не хотят это признавать. Я понимаю, что это очень многим больно признать. Но так или иначе, на сегодняшний день, последние два года, Путин одерживает одну победу за другой. Некоторые из них большие, некоторые маленькие, но победы есть. Курды нами оставляются, суннитские союзники, арабы нас оставляются. Ситуация в Израиле серьезно ухудшится, потому что Иран получает прямой допуск к Хизбалле, может подвести туда все нужные и ненужные материалы, которые ему нужны для войны, и поэтому война там становится практически неизбежной. И все это вместе, это та ситуация, которую наш президент вот делает, ни с кем не посоветовавшись. Из-за этого не подает в отставку, а именно из-за несогласия с правительством, с мнением президента, сегодня объявил о своем уходе Мэттис, министр обороны. Это был один фактически последний нормальный человек в правительстве Трампа. Более хороших людей там на сегодняшний день просто нет. И людей, которые там высказывают свое правильное мнение, не мнение «yes, sir», чтобы как хочет сделать это Трамп, а именно настоящее, правильное, какое бы оно горькое ни было. Мэттис последний человек. Поэтому что будет после этого, мне очень сложно сказать, но ничего хорошего точно ждать я лично не собираюсь. И последнее, что промелькнуло событие, что Трамп собирается точно так же уйти из Афганистана. Потому что Афганистан не идет ни туда, ни сюда. То количество войск, которым это мы имеем, терпит поражение. Территорию мы теряем. Правительство в Афганистане, как всегда, абсолютно нерабочеспособное. И, в общем, все это укладывается в мою теорию о том, что Соединенные Штаты выходят с Ближнего Востока. Это продолжается из-за того, что нефть нам больше оттуда не нужна. Но так как мы уходим оттуда, это абсолютно ненормально. Поэтому мы должны думать по этому поводу, что будет дальше. Спасибо за внимание. Это был Александр Флинт.